Филипп Киркоров вернулся из Дубая и в своем аккаунте в Инстаграме показал, как хорошо его встретили в Москве. Музыканты из Молдовы подарили большой шикарный портрет в качестве благодарности за поддержку певицы Натальи Гордиенко. И он продемонстрировал подарки, которые привез своим детям. Поклонники артиста отреагировали на новую публикацию, и их привлек внимание синяки. Их привлекло внимание синяки на левой руке, которые напоминали следы от капельниц. Фанаты задавали в комментариях вопросы, но он так и не ответил. Ранее сообщалось, что Нателла Крапивина приняла решение прекратить сотрудничество со Светланой Лободой из-за скандала с Филиппом Киркоровым. Она обвинила артистов и заявила об отсутствии желания иметь дело с шоу-бизнесом. Но также, если вы помните, то подавали на Киркорова в суд. Филиппа Киркорова зовут в прокуратуру. Вот. В связи с такой эпатажной свадьбой на Муз-ТВ. Так что ему еще предстоит разборка прокуратурой. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. И будете в курсе событий, которые происходят в нашей стране.